Вы знаете, друзья, что я хочу сказать. Вот сейчас МИД Таджикистана порекомендовал своим гражданам не ехать в Россию. Ну, вы знаете, какие события и как себя ведет Россия по отношению к другим народам. Сейчас возмущаются уже и россияне, которые другие народы живут в России, там буряты, тувинцы, якуты. Но я скажу о таджиках. Вы знаете, у меня было очень много друзей, знакомых, просто товарищей, приятелей там из Таджикистана, именно таджики. И я хочу вам сказать, ребята, изумительные люди. Вот положа руку на сердце, скажу, таджики в своем большинстве грамотные, очень, будем говорить, образованные. Да, я лично видел дипломы о высшем образовании, врачи там, ну, приезжают, потому что там с работой напряг, там, ну, вы же знаете, это же зависит не от простых граждан. Ну, они едут, да, в Россию, потому что здесь можно подзаработать, можно... Но, кстати, редко работают по специальности. Кто таксует, кто на стройке, кто еще там в каких-то предприятиях на каких-то. Ну, но самое главное, что я хочу сказать о таджиках. Вот это очень порядочные люди. Вот очень порядочные. Я вам скажу, вот у меня в Подмосковье... Когда жил я, да, в ближайшем Подмосковье, там 20 километров от Москвы, я им даже доверял ключи свои от дома. Пожалуйста, живите, они, кто-то одиночный, у меня там много комнат было, кто-то одинокий, кто-то с женой, кто-то с детьми, но я этим людям доверял, я им верил, я никогда от них не видел никакой подлости, какого-то коварства, обмана, какого-то лицемерия. Это искренне нормальные, порядочные люди. И я бы сегодня так бы не относился именно к гражданам Таджикистана, потому что эти люди достойны уважения и почитания, и вообще с ними можно дружить. Как говорят, вот с таджиком бы я пошел бы в разведку. Так что делайте выводы, друзья. Всем добра, удачи, счастья и всяческих успехов.